Сегодня столетие со дня образования пограничных войск страны. В Великом Новгороде к этой дате открыли памятный знак. Инициаторами появления первого в Великом Новгороде подобного монумента выступили ветераны пограничных войск и органов безопасности. С праздником пограничников поздравили представители власти, ветеранских организаций, духовенства, школьники и даже воспитанники одного из детских садов. Кроме того, в день столетия пограничных войск членов организации «Боевой расчет» наградили памятными медалями. Пограничник – это универсальный солдат. Он может все. Это, видимо, сказывается потому, что коллектив воинский, пограничная застава, пограничный наряд, пост, она заставляет шевелить мозгами и проявлять разумную инициативу. Вот. И поэтому служба, конечно, многому учит. День пограничника отмечается 28 мая. В этот день, в 1918 году, была учреждена пограничная охрана РСФСР, в которой перешли офицеры корпуса погранстражи. Сегодня в рамках празднования новгородские пограничники организовали автопробег по городским улицам до памятника героям-освободителям Великого Новгорода, где возложили цветы к монументу.